Пофигу, он мотлбшки напустит на все фобы, развезет по всем частям карты. Будет от них питаться, а нам ничего не оставит. Питаться. Боя питаться. Боепитание же. Почему польский УАЗик называется ВД? 43. Ну, такая марка автомобиля у них была, у них много было, выпускалось всякой хуйни. Типа что, они там УАЗики собирали? Да. Но это не совсем УАЗик был, по-моему, а может и УАЗик. Да ты машины. Ну, как сказать. И реально, на то время пиздатая. Даже на то сейчас. Время, да. А о какой машине речь? Это как? Об УАЗике. Конструкторы ушли все, кроме одного, да? Это то, что на ней должны ездить люди. Да ладно, господи, не так все плохо. Да, может, не Toyota Land Cruiser того же времени, я согласен. Все равно. Неприхотливо чинится, на коленке проходимо. Мощная достаточно для того времени. Ну, если на редукторных мостах, то да. Там как трактор. Не как бы хороший, но просто сколько лет их делают, да, и тот же козел там практически не изменился. Да, но ты не поверишь, в те же чехи, которые поменяли все в своей армии фактически в 2000-е, там начиная, ну только танки, по-моему, 72-ки у них еще едут, то есть всю номенклатуру вооружений сменили, а УАЗики у них воевали, и в Афгане они их спецназ развозили, и везде. Это так забавно, в Чехии видят военные колонны там, и УАЗик едет нормально, до сих пор пользуют. А чехи, они, блядь, разумные люди в этом плане. Значит, действительно, УАЗик хорошая машинка, если даже чехи их пользуют. Хотя у них выбор был большой. Предпочли УАЗик оставить, чем покупать ленд-крюйзеры, вот все вот эти вот натовские джипы. Ну, намного дешевле, как бы, наверное, еще. Ну да, и для армии, тем более, где все проебывается и ломается, и так далее, и так далее. Это как во Второй мировой, да? У Германии было под конец куча моделей всякой техники. И нужно было огромное количество разных запчастей. А у красных не было техники, не надо было запчастей. Не, ну там были как бы какие-то машины-то были. Ну, эти полуторки, ну и все уже. До Бекеров дикое количество были, ЗИС-3 были, да, МАЗ. До Бекеров основные. Не, ну универсальность такая, конечно, хорошо. Ну, студебекеров этих лизовских мало же было. Михаил будет. Евгений? Чё? Да не, ничего. Ну, возможно, у меня для тебя будут плохие новости. Да? Но, возможно, пока тогда... я буду торопиться. Тогда оставь к себе. Есть для нас приказы. Ко мне только с хорошим. О, ваше это ваше место. Во что-то я попал. Во что-то я хорошо попал. Что так на 400 очков? На 410, прошу вернуться. Да, простите. 490. Пехота-то там много, по-моему, да? Первый знает, что там. Ну да, там пехотная в основном. И машину с тушенкой. И они, смотри, до сих пор едут. Ой, видишь, это не завоевание. Ми-24, помогай. Воздух. Кто такси заказывал? Артиллерия наводит порядок в уродливом хаосе боя.
Какой-то прорыв по центру идет. Что это? Выкладывайте. Это ББшки. Там евреи по центру идут прямо. Что-то как-то. А отведите на Борис Кишемпу, может быть? Я отправлю. Да. Я сейчас думаю, как спасти свои нервы от того, что едет там по центру еврейская. Радар слил. Упал? Ну, Саш, если что, я командное отделение поставил. Знаешь, какая свобода. Ребята, поставьте нормально уже КШМ. Не хочу подставить. Нам так интересно. Окей, так и будет. Так, выдвигается! Баллоны полны, запальники прочищены. Мир состоит из двух типов людей. Артиллеристы. Макс, отсюда будешь заходить в город? Да, сейчас пойду. С Федором перейдите к Шемку дальше. Огонь! Размажем их! Поддерживаю танками. Танки израильские. Девять снарядов ни о чем. Готовы стреляться! Все всегда решает пехота и их ружья. Тахион или Макс Килл, передвиньте на Михаэль Кашин. Чего? Тахион или Макс Килл, передвиньте на Михаэль КШМ. Ждем новых приказаний, сэр. Орудие заряжено, к бою готовы! Подвести. Готовы выдвигаться, сэр.
Да, сэр. Собьем любую летающую цель. Мир состоит из двух типов людей. Артиллеристы и их цели. Чем больше, тем лучше. Мир состоит из двух типов людей. Аккуратней, Тора, Евгений. Ох. Орудие заряжено, к бою готовы. Налет какой-то, что ли, учитывая? Мне показалось. Вас понял. Меняем позицию. Отбой. Чем больше, тем лучше. Underbolt. Снаряжение в порядке, инженеры готовы. Ребят, заказывайтесь на кости пехотой и танками. Либо лучше. Заказывайтесь на их МСП через 2 секунды. Возьму ВДВшнику 2 штуки. Ну, танков. КШМ дублировать надо. Я продублирую. А ПВО? Надо пехоту на кости. ПВО тоже нужно чуть-чуть. Так, на Иван сразу наступаем. О, супер, кобры сидят. А вот КШМ-ка. Давайте на Иван с Кости. Ребят, танками, ПВО. Сто семнадцатый наверху. Вашим услугам, сэр. ПВО надо. Здесь вражеские вертолетчики пролетали. Хорошо, доставим на полной скорости. Ждем новых приказаний. А10 наверху. К вашим услугам, сэр. Блять, ломбол. Не увидел. Ждем новых приказаний, сэр. Тахион, сейчас 72 кусок. Ломбол, ломбол на Леониде. Приказание,
А, ракета находится. К вашим услугам, сэр. Ну, вообще, нам вот здесь пишем. Вон, да. Активную поддержку заказывали? Господи, какие меня сейчас убьет. Никого нашли, это говно. Распили, я тоже пулю. Не могу. Как это две бомбы сейчас просто? Выкладывайте. Встреча на рынке. Где у них на Иване-то КШМ-ка? Вот здесь у них КШМ-ка пехотная, в этом кусту. И чё, то есть вот я тут за полкилометра не вижу БМПТ-шку, что ли это? Обалдеть. Нет, ты слепой. Здесь становится жарковато. Не попадаю в радиовое место. Здесь становится жарковато. Ладно, тогда еду. Хотя возьми, твердые, ну, денег нет, твердые быстрее это сделают. Чемпионы. Может быть, синдром захотел нас обмануть? Не исключено. Нет, я ее видел. Нет, ты, видимо, ты нас... Нет, нормально. Ладно, а я убил. Правду говорил. А мы ему не верили. Нам должно быть стыдно. Я ему верил, ничего подобного. Ты не мы.